Пособия по уходу за детьми-инвалидами вырастут 2 раза с 1 июня. На сегодняшний день размер ежемесячной выплаты составляет 5,5 тысяч рублей. С 1 июля он составит 10 тысяч. Об этом сообщает Пенсионный фонд России. Выплаты положены неработающим родителям или усыновителям, опекунам или попечителям, являющимся трудоспособными в связи с осуществлением ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Для оформления выплат необходимо в территориальном органе Пенсионного фонда по месту получения пенсии написать соответствующее заявление.